Ребята, представляю вашему вниманию вот такую лестницу от Werner. Очень хорошая, но она предназначена в основном для электрика. Почему? Вот эти боковушки синие, они идут с fiberglass, то есть стекловолокно вот такое. Ну, мощная, хорошая, вот такие ступеньки. Потом, ну вот, как бы, вот такие все эти. Конечно, как всегда, верхнюю ступеньку становиться нельзя. Но здесь специально для маленького квотера, она может быть и пейнтерская, и для большого галлона. Кроме этого, всякие дырочки для тулсов, вот, нарисовано. Сидеть нельзя, остановиться нельзя на верхнюю часть. Хотя некоторые рискуют, ребята, но это сумасшедшее. Плюс к этому есть маленький крючочек, чтобы повешать тот же галлон. Вот такие маленькие прорези. Ну и 1,83 м высота этой. Такие интересные. 6 фит. 6 фит это 1,83 м. Максимум можно 3,05, если 1,80 м, 1,83 м, 3,60 м. Окей. А ну-ка, 1,83 м. Да, я намного выше этой лестницы. Почему-то. Вот как бы так. Сделано в Мексике. И вот такой вид. С этой стороны тоже вот такие мощные. Ну, одним словом, сделано по-американски для Канады. Вот как бы так. Потолочек уже сохнет, высыхает. Белоснежный, белоснежный. После этого праймера покрываешь один раз Ceiling Paint потолочной краской. И все. По технологии канадской это все финиш. И не блестит, не пробивает. Конкретно. Конкретные краски. Ну и заодно нам легче работать с ними. А почему, Вася, не спрей-машина, это все задуть за час, да и все. Даже меньше, куда там час. Минут 15. Накрыть надо пол. Плюс к этому, чтобы туда не летел спрей. И плюс ко всему, люди ходят постоянно туда-сюда, там работают с деревом. А после этого, конечно, помыть машину, почистить. А я спокойно за час вот этот гараж ролькой. Заодно и здоровье. Говорится, такой метод для фитнеса. Окей, всем спасибо. Sorry, I got carried away.